Главное за день – успехи Одиссы, месть бывшей и коллапс на проспекте автомобилистов. Будем работать, и главное, чтобы наши люди, наши жители, жители республики Бурятии почувствовали те изменения, результаты нашей работы на себе. Глава Бурятии подвел итоги 2022 года. Это их насиженное место, их предки жили, это их родина. Так, наверное, тоже нельзя. Переселить жителей побережья Байкала. Мнение улан-удэнцев о предложении депутата Госдумы. Как не замерзнуть зимой? Такой мороз. Не снова. Энергетика от песни. Греет тебя немного. Мерзнем тоже. Один день из жизни холодного улан-удэ. Бомж, музыкант, коммунальщик и строители. Я захожу с колесы. И, ну, это, наверное, не надо, наверное, рассказывать. Там я чуть без юбки не вышла. Это не надо. Секреты оперных певцов и самая загадочная премьера в театре оперы и балета. Намгар в Бурятии. Всемирно известная группа представила альбом «Наян Нават». Всем привет! Новости АТВ в эфире. Я Илья Балханов. Появились новые подробности исчезновения 13-летней девочки в Улан-Удэ. Напомним, Вероника Максимова пропала 17 января. С тех пор никаких вестей от нее нет. Накануне в телеграм-канале «Бабар Мэш» рассказали, что в тот день после уроков она встретилась со своим ухажером, 45-летним Вадимом. Весь день они катались по Улан-Удэ, а примерно в 11 часов вечера мужчина привез девочку домой в Сотниково. Спустя полтора часа она попала на камеры наблюдения, шла в сторону Ашуркова. Вадима обыскали, полицейские изъяли у него охотничий нож, 18 патронов, наручники и презервативы. Кстати, год назад девочка уже сбегала после ссоры с мамой из-за переписки со взрослым мужчиной. Сейчас Веронику продолжают искать волонтеры, ее приметы на экране. Если у вас есть информация о местонахождении девочки, позвоните по телефону 112 или по номеру на экране. Грузовик устроил пробку на проспекте автомобилистов, мужчину посадили в тюрьму за месть, а алкоголь помог поймать улан-удэнца в розыске. Подборка новостей в главном за день от Антона Симонова. В селе Тарбакатай столкнулись две иномарки. 31-летний водитель Toyota Fielder при повороте налево не предоставил преимущество Honda Civic. В результате обе машины выкинуло на обочины улицы Пушкина. Водителя Honda с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Не обошлось без ДТП и в Улан-Удэ. На мосту у проспекта автомобилистов МАЗ протаранил Форд и протащил его 50 метров. Водитель грузовика не заметил иномарку из-за выхлопных газов. Пострадавших нет, образовалась пробка. При попытке их растащить фура поехала вперед и добила бедный Форд. Начала тянуть его за собой и размазал по отбойнику его морду, которая до этого была целая. 13,5 лет за попытку сжечь заживо две семьи 31-летнего уроженца Хоринского района осудили за месть бывшей сожительницы. В декабре 2021 года осужденный по пьяни поджег дома своей экс и ее нового парня. Вместе с девушкой в доме было четверо детей. Потерпевший и один ребенок получили ожоги, а дома сгорели дотла. Осужденный также должен выплатить 800 тысяч рублей за порчу имущества. Попался на пиве. Росгвардейцы задержали улан-удэнца за распитие алкоголя в общественном месте. Но, как оказалось, это его не первое нарушение. Мужчина находился в розыске. С 2018 года он не платит алименты. Своему ребенку он задолжал уже более 800 тысяч рублей. Задержанного привлекли к административной ответственности и передали судебным приставам. Адиса Гармаева встала на ноги. Ее родители поделились в социальных сетях радостной новостью. Девочка смогла простоять целых 10 секунд. Напомню, при рождении ей поставили страшный диагноз – спинальная мышечная атрофия. Обычно с такой болезнью не доживают и до 2 лет. Адисе помог препарат за 160 миллионов рублей – Золгенсма. Деньги на него собирали всей республикой. Приходить я не буду. Пожалуйста, правду сумей сказать, а я как смогу, забуду. Новая звезда из Бурятии. Анна Сарина из Кабанска выступит на всероссийском вокальном конкурсе на телеканале «Звезда». Еще летом девушка подала заявку, а в октябре узнала, что прошла кастинг. Сейчас певица учится в Новосибирском педагогическом колледже. На конкурсе она представит Новосибирскую область.
Говорим не только о плохом. Первая по инвестициям и вторая по темпам роста промышленности. Алексей Цеденов обсудил итоги социально-экономического развития Бурятии за 2022 год с полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым. Судя по итогам года, Бурятия неплохо показала себя в условиях санкций. Промышленность дала прирост почти в 10%. Собственные доходы бюджета выросли на 19%, а объемы инвестиций на 53%. Несколько, скажем так, лучше идем вперед, чем в среднем показатели по стране. Вот жилье у нас получилось в этом году лучше. Думаю, что здесь можно смело говорить о влиянии разработанных инструментов, таких как дальневосточная ипотека. Важное значение для будущего будет иметь программа модернизации дальневосточных городов. Поговорили о проектах, которые удалось реализовать в прошлом году. Среди них открытие центра ядерной медицины, регионального центра единоборств, запуск домостроительного комбината и строительство озерного ГОКа. Кстати, уже в конце этого года его ведут в эксплуатацию. Вот на 2023 год спланирована работа, также в рамках президентской дальневосточной субсидии у нас более 2 миллиардов на этот год выделено средств. Мы спланировали работу по дальневосточной концессии, об этом докладывали. Мы будем заходить по дальневосточной концессии с театром «Байкал», с Национальным музеем, чтобы начать их строить в этом году сразу оба объекта. В проработке у нас это еще и трамваи, и путепроводы, ну и другие объекты, с которыми мы работаем именно по концессии. Будем работать, и главное, чтобы наши люди, наши жители, жители Республики Бурятия почувствовали те изменения, результаты нашей работы на себе. К 2027 году заживем. По крайней мере, если план правительства республики пойдет, скажем так, по расписанию. На сайте егов.бурятия.ру опубликовали цели и прогнозы на нынешнюю пятилетку. По этому сценарию к 2027 году в республике настанет демографический кризис из-за нежелания молодых заводить детей и старения послевоенного поколения. Самые интересные пункты в плане правительства. К 2027 году на 6% снизится уровень бедности, а средняя зарплата увеличится до 66 тысяч рублей. Плюс к этому люди в Бурятии будут жить минимум до 74 лет. Повесил коньки на гвоздь и понеслось. Депутат Вячеслав Фетисов предложил переселить людей из Байкала. Вот только куда и на какие средства, не пояснил. По его мнению, любое вмешательство в биосистему озера может нанести непоправимый ущерб. Экологи и общественники не оценили идею экс-хоккеиста. А что думают улан-удэнцы по этому поводу, узнала Алина Котова. С каждым годом государство стало обращать все больше и больше внимания на экологические проблемы Байкала. Недавно охраной Священного озера обеспокоился легендарный советский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он предложил запретить строить отели и расширять дорожную сеть вблизи Байкала. А местных жителей, к слову, их порядка 150 тысяч человек, переселить. Давайте узнаем, что думают улан-удэнцы о таком варианте развития событий. Это перегиб. Местных жителей не знаю, а вот по поводу постройки всяких турбаз и дорог, это да, это правильно. Мне кажется, это не совсем разумно. Люди-то давно живут уже, и они, мне кажется, что не будут так портить Байкал, как гости, допустим, которые приезжают, отдыхают. Это их насиженное место, их предки жили, это их родина. Так, наверное, тоже нельзя. Вы спортсменки, да? Да. Какой вид спорта? Лыжные гонки. Если была возможность их выбирать, ну, и если, например, там определенная там, денежная сумма на переезд, ну, давалась, они решили, что им лучше переехать, ну, тогда будет лучше для них вариант, что переехать. Часто отдыхаете на Байкале? Мы там живем. Сборы там проходят, да, наверное. Обязательно. Мы там все лето тренируемся. Вызывает будущее Байкала обеспокоенность в экологическом плане? Ну, конечно. Когда приезжают туристы, ты видишь вот этот, ну, который бардак после них остается, каждый раз думаешь, ну, можно как-то поблагодарнее, что ли, относиться к озеру. Загрязнение большое, мне кажется, вода там стала грязнее. Последний раз мы были, там прямо какие-то мутные такие. Не знаю, что это такое было. На берегу Байкала, что там очень грязно. Там разбросано мусор
невозможно пройти по берегу Байкал. Бывает, что нехватка контейнеров, деку. Люди просто ходят, ищут, куда это все выкинуть. Как думаете, в чем вот есть решение вот этой экологической проблемы, загрязнения? Были такие мысли? Да, были. Я считаю, что нужно больше отрядов или детей привлекать, то есть специально привозить, проводить какие-то вот, как сказать-то, беседы, да, волонтерские программы. Это сознательность людей, мне кажется. Ну, как-то в массы нести это, не знаю, людям рассказывать про то, что это так надо, так правильно. Более, наверное, надо облагородить все это. Допустим, доступные, ну, мусорки больше сделать, там, увозить его чаще. Мы собираем отряды свои, ну, чаще дети-спортсмены, и берега чистим каждый раз, то есть по возможности. Проводим такие вот небольшие рейды. Вы сами, когда отдыхаете, культурно себя ведете? Обязательно. Сюда с собой пакет, туда мусор, с собой пакет, вот там забираешь на чистоте мусор. Если приехал, все в чистоте, в берег оставить после отъезда, чтобы все с собой убрать. Мы за собой мусор убираем, грузим багажник и забираем с собой. Решать экологические проблемы Байкала – это работа чиновников и депутатов. Самое важное, что можем сделать мы с вами – это сознательно и бережно относиться к нашей уникальной природе. Алина Котова, Александр Семенов, телекомпания АТВ. Сейчас на экране появился QR-код. Переходите по нему и подписывайтесь на телеграм-канал АТВ. Там еще больше новостей. А пока не переключайтесь, впереди вас ждет очень короткая реклама. Как не замерзнуть зимой? Такой мороз. Не слава. Энергетика отписана. Греет тебя немного. Мерзнем тоже. Один день из жизни холодного Улан-Удэ. Бомж, музыкант, коммунальщик и строители. Я захожу за кулисы, и, ну, это, наверное, не надо, наверное, рассказывать. Там я чуть без юбки не вышла. Это не надо. Секреты оперных певцов и самая загадочная премьера в театре оперы и балета. «Намгар» в Бурятии. Всемирно известная группа представила альбом «Наян Нават». «Абсолют» дарит скидки весь январь. Персики, стол богат, половинки в сиропе. Всего за 109,50. Стал мультимиллионером, потратив 270 рублей. Житель Бурятии выиграл в лотерею 97 954 565 рублей. По правилам, чтобы стать обладателем суперприза, надо угадать всю выигрышную комбинацию. Для счастливчика из Бурятии цифры 34, 12, 6, 16, 27, 42 стали ключиком в богатую жизнь. Кстати говоря, это самый большой приз для жителей Бурятии. Ближайший конкурент – Улан-Удэнец, который выиграл в 2017 году 46 миллионов рублей. А сейчас о тех, кому повезло меньше. По прогнозам синоптиков, аномальный холод продержится в Бурятии еще несколько дней. Вчера в Закаменском районе температура опустилась до минус 54 градусов, а в столице Бурятии из-за морозов встали трамваи. Если техника не выдерживает, то каково людям? Ведь есть те, кто вынужден находиться на улице даже в лютый мороз. Дождь Себеданов пообщался с такими людьми и выяснил, в чем секрет их стойкости. Таких холодных дней в январе на моей памяти еще не было. И нет бы сидеть в теплом офисе, но желание взглянуть на родной город с другой стороны пересилило внутреннего конформиста. Давайте узнаем, как выглядит морозный Улан-Удэ и кого можно встретить в такую погоду. Недалеко от нашего офиса есть место притяжения людей с не самой простой судьбой. Здесь принимают макулатуру, бутылки и прочее вторсырье. И в зной, и в холод эта народная тропа не зарастает. Да, приспичит. Приспичит. А есть не секрет, где ищете-то? А везде. А есть помойка. А высоко уже на улице? С полдевятого. Как не замерзнуть зимой в такой мороз? С этим сложно поспорить, и мы с морозоустойчивым оператором продолжили наш путь. Следующей остановкой стал подземный переход на элеваторе. Несмотря на мороз, торговля идет, правда, не так бойко, как обычно. Ну а наше внимание привлек не по погоде улыбчивый музыкант. Холодно, конечно. А почему вы вышли, решили все равно, несмотря на это? Ну, каждый день мы по чуть-чуть тренируюсь, как бы закаляюсь. Как? Не мерзнете? Ну, мерзну немножко. Бегаю погреться. А как вообще согреться на улице, на ваш взгляд, лучше? На улице? Ну, когда играешь, все-таки какая-то это энергетика от песни греет тебя немного. Жизнь подумала смело.
улице в такую прохладу? Не хотелось бы сейчас дома где-нибудь с чаем горячим таким? Ну, нужда немного заставляет. Надо денег немного заработать. Нам тоже нужно работать. В поисках новых героев мы двинулись в сторону Арбата. Найти здесь туриста или зеваку в 30-градусный мороз сложно. Зато мы встретили целую бригаду коммунальщиков с лопатами в руках. Греемся в машине. Отгрузились, греемся в машине. А больше как работать? Ну так, мерзнем тоже. Как вы пришли в эту профессию? Вот вы думали о том, что придется и в мороз, и в зной? Ну, кому-то же надо это делать. Но есть на улице и те, у кого нет машины, чтобы отогреться. В паре метров отсюда – коренные жители Арбата. Местные голуби – одни из самых наглых существ в Улан-Удэ. Но в такую погоду мы им, конечно, все простили. Даже это. А вот и одна из грандиознейших строек в Улан-Удэ за последние десятилетия. Открыть движение по третьему мосту через Уду планируют уже к концу этого года. А пока работа идет по 12 часов в сутки. Крепкие морозы – не повод ее прекращать. После такого холодного и насыщенного дня понимаешь, что жизнь прекрасна. Главное – ценить и любить то, что имеешь, и не забывать о том, что нас окружает. Дорж Себеданов, Артур Зержевич, телекомпания АТВ. Пережить холода, как и любые проблемы в жизни, поможет искусство. Как вы уже поняли, переходим к новостям культуры. А они сегодня яркие. О чем это они поют? Часто задаетесь таким вопросом, когда посещаете оперу? Если да, то следующий сюжет поможет вам не просто проникнуться этим жанром, но и полюбить его. Дарья Белева побывала на одной из самых загадочных премьер этого театрального сезона и пообщалась с артистами. Оперу можно любить, не понимать или ненавидеть. Я отношу себя скорее ко второму типу. Если вы тоже, то у нас есть отличная возможность сегодня поменять свое отношение. Конечно, в лучшую сторону. Сейчас проберемся за кулисы, пообщаемся с оперными певцами, а после увидим одну из самых загадочных постановок в этом театральном сезоне. В этот раз на сцене показывают редкий для наших зрителей и самих артистов жанр оперетту. Певцы говорят, что это отличный вариант для тех, кто хочет по-настоящему проникнуться этим видом искусства. Ведь здесь есть все – драма, балет и, конечно, опера. Все эти вопросы, да, то, что как, это же не твой жанр, но это все рамки, на самом деле. Возможности человеческие не ограничены, только ограничены нашим умом, нашей ленью, когда у руля стоит такой маэстро, как Крылов Владимир Алексеевич. Мне кажется, рамок просто нет никаких. У всех есть как бы от природы голос. Просто как его разовьешь, как его достанешь, это уже происходит как бы после созревания голосового аппарата. В детстве еще пока ничего не понятно. Ну, очень долго. Больше половины жизни. Петь в опере может далеко не каждый. Ну, я с детства увлекался пением, еще с детского сада, буквально на утреннике, на выпуск из детского сада я исполнял песню для всей аудитории, для родителей, для своих одногруппников. Когда вы знакомитесь с кем-то, кто вас не знает, не знает, чем вы занимаетесь, и вот вы говорите, я оперный певец, как реагируют? Просят спеть что-нибудь? Да. И надоедают с этим до ужаса. Конечно, просят. Может быть, даже я запела раньше, чем я заговорила, возможно. Потому что я вообще с детства я пела. Вот сколько я себя помню, я вообще пела. И вот мама меня всегда ругала. Беликма, пожалуйста, не гунди, пожалуйста. Были какие-то неловкие ситуации на сцене? Как вот держать себя? Я захожу за кулисы. И, ну, это, наверное, не надо, наверное, рассказывать. Там я чуть без юбки не вышла. Это не надо. Просто шикарно. И вообще, вы знаете, вот как зрители, вот ощущаете, что у нас какое-то прям такое движение. Все премьеры, премьеры. Чингис родная в главной роли мистер Икс. Хотелось его посмотреть на сцене театра оперы и балета. Вообще шикарно поставлено, я считаю. Интересно. Хорошая постановка. В наше время, да, это же сравнимо с мюзиклом, я не знаю, как бы.
бы очень интересно, на самом деле. Легко воспринимается информация. Никто из этих певцов, кого видели и слышали сегодня, никогда не пел в оперете. Для всех из них, для каждого, это огромный, бесценный, уникальный опыт. Кто пойдет в копилку, это все тот опыт, который, конечно, обогатит и заставит их в дальнейшем радовать нас вот так, как радуют сегодня они. Дарья Белева, Артур Звержевич, телекомпания АТВ. Этнические мотивы и рок на одной сцене. Каждый концерт нам дар – событие в культурной жизни республики. Вчера всемирно известная группа выступила в Улан-Удэ вместе с культовым музыкантом из Тувы Радиком Тюлюшем. Чем удивляли артисты бурятского зрителя, смотрите прямо сейчас. Всемирно известная группа «Намгар» вновь представила альбом «Наян Нава». На этот раз вместе с музыкантом из Тывы Радиком Тюлюшем. С «Намгар» они принимали участие в разных совместных проектах. Как у них есть совместные песни, Радик выступает сольно во время концертов группы «Намгар», что сегодня и произойдет. Мы репетировали вот 2 дня. Он прилетел 21-го, и вот нам, ну, так как мы с Радиком очень много лет друг друга знаем, мы много раз вместе играли с различными музыкантами по всему миру, поэтому для нас, я думаю, несложно было вот так собраться и сыграть. Да. Там есть не только бурятские народные песни, в аранжировке, но и будут еще тувинские песни там, в таком коллаборации. Вот. Ожидает зрителя, конечно же, такая очень, можно сказать, современная такая этническая музыка. «Наян Нава» я посмотрел еще в прошлом году в акустической версии. Пришел посмотреть на свою любимую «Намгар» Хасаранову, посмотрел, увидел, вся та же аутентичная, модная. Но жду все-таки старых хитов. Я впервые слушаю вживую, я вообще под восхищением. Я уже со второго трека хочу танцевать. И я думаю, наверное, вторую часть я буду здесь, чтобы нормально танцевать, никому не мешать. Шикарный голос. Сопровождение таких прекрасных музыкантов. Шикарно, прямо дрожь в теле. На этом у меня все. Подписывайтесь на YouTube-канал АТВ, ставьте лайки. Мы умеем удивлять. Я Илья Балханов. Прощаюсь с вами. Абсолют дарит скидки весь январь. Компот «Летняя радуга». Слива в сиропе. Всего за 107,50. Улан-Удэ «Стальмост» приглашает на работу сварщика, слесаря по обслуживанию вентиляционных систем, слесаря-сантехника, фрезеровщика, сверловщика, наладчика оборудования, машиниста крана, контролера ОТК, стропольщика, мастера цеха, инженера. Узнать о вакансиях можно по телефону 505-505 или 8-991-426-87-19. Улан-Удэ «Стальмост». Стань частью нашей команды. Оптика ССЭК. Вас ослепляют блики и свет фар? Специальные очки для вождения обеспечивают комфорт и четкость изображения. Это ваше здоровье и безопасность. Сохраните здоровье глаз. Ваша оптика ССЭК.